магазина ДМ. Это торговая сеть магазинов в Сербии, я так понимаю. Не только в Белграде, именно косметики. Дома вам покажу, что это мы там такого накупили. Не этой фирмы. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Кто зовут эти? А, Носпа. Ножпа. Носпа. Да. Носпа. Будем. Да, если ты лучше, то мы идем. Я посмотрю, что тут есть. Не надо, я что-то не буду. Мы были в аптеке, вы немножко посмотрели, что тут в аптеке может быть, что интересного.
опять в сети нашей любимой пекарни побывали. Видите, здесь даже можно какой-то готовый обед взять. Я взяла, попробую. Что это? Мне интересно стало. Так вот, дорогие мои, показываю, что мы купили. Вот мы заходили в торговую сеть ДМ. Там косметика, парфюмерия. Знаете, если сравнивать, наверное, вот кто живет в Барнауле, это, наверное, как наш Новакс. В других городах я не знаю, что это. Так, будем показывать. Купила вот такое вот средство немецкое для мытья посуды с миндалем. Долго ругалась с мужем. Он с какой-то дешевой пользуется. Я говорю, нет, мне нужно вот хороший, что здесь можно и экологические. Я только такие вот пользуюсь экологическими продуктами. 750 миллилитров. Такая стоит 179 динаров. Я думаю, очень хорошая вещь. Проверим. Вот для обуви решила попробовать салфеточки. Смотрите. Кто-нибудь пользовался, не пользовался? Вот такая вот. Я не знаю, сколько здесь одна или сколько здесь салфеточек. А, вон, нет, ДМ там написано, не знаю, сколько салфеток. Но стоит всего лишь 99. Всего лишь 99 динар. Вот они опять. Я купила, вот они. Девочки, кто живет в Сербии и любит корейскую косметику, то есть вот такие патчи с коллагеном для глаз можно купить в этой сети. Вот в другой мы ходили, я не видела. В этой можно 30 штучек их. То есть хватает на 15 дней. И стоит 359 динар. 359 динар стоит. То есть нормальная цена. Смотрите. Еще купила вот такой тоник. Биотен. Честно, никогда не пользовалась этой фирмой. Кто-нибудь пользовался, скажите мне. Стоит, не стоит. Ну, вообще, на себе проверю. Ну, как бы на ингредиенты все натуральные пишут. Посмотрим. У меня кожа жирная, комбинированная. То есть Т-образная зона у меня жирная, там с другой, а все остальное нормальное. Вот здесь написано, мы консультанта помучили, муж перевел, что это как раз для комбинированной кожи. Ну, посмотрим. Биотен. Честно, первый раз в России я такую не видела. Фирму такой тоник стоит 389 динар. Ну, думаю, приемлемая цена. Дезодорантик у меня стал заканчиваться. А я люблю, знаете, вот такие вот. Со всякими вот такими вот вкусняшками. Я не люблю вот так. Пусть даже следы оставляют. Главное, чтобы вкусняшечка была. Тоже какая-то фирма неизвестная для меня. Балея. Надеюсь, правильно. Читаю с кокосом. Ну, вот вроде написано, 24 часа должно хватить. Ну, запах офигенный. Простите, конечно, за мой французский. Запах шикарный. Прям кокос долго держится. Я сейчас пшикнула на всю комнату теперь этим кокосом. И такой дезодорантчик 179. 179. Стандартный дезодорант 179 динар. Девочки, и вот, или мальчики, девочки, смотрите, что еще купила. Какая-то микса. Большой такой бутылек мицеллярной воды. Тоже очень долго девочку мучили. Муж не мог объяснить, для какой кожи. Я говорю, мне и для глаз, и для кожи там все, чтобы подходила. Тоже какая-то для меня непонятная фирма. Короче, девчонки, все на себе экспериментирую. Надеюсь, выживу. Ну, как бы сеть очень хорошая, разрекламированная. ДМ очень хорошая сеть в Сербии. Я надеюсь, косметика у них вся сертифицирована, вся хорошая. Такой бутылек 559 динар стоит. Еще вот за такой бумажный пакетик мы 15 динар отдали. Но я заметила, в Сербии все-таки старается вот все вот в таких пакетиках, в бумажных. Везде очень целлофана, очень мало. Все-таки они за экологию. Но проверю вот эту мицеллярку. И вот за вот это все, вот за такой вот у меня вот
поход в магазин. Ему отдали 1779 динар. Нормально. Ну, в рублях сколько? 1,5, наверное, выйдет. 0,77 или 0,78 сейчас динар. Я напишу. Посчитайте, сколько это стоит. Еще мы зашли в аптеку. Рядом вы видели, я снимала. Смотрите. Вот это НОСПА. Это аналог НОШПЫ. Так что знаете, девочки, вот такой вот НОСПА. Очень похоже, да, на название, на нашу НОШПУ. Только это аналог НОШПЫ. То есть 100% действие, как у НОШПЫ. Мне нужно было от спазмов всяких. Вообще мне НОШПУ много чем помогает. 24 таблеточки. Вот чек муж не сохранил. Ну, помню, что-то 200 с чем-то говорили. Ну, около 300. Около 300 динар. Вот такая вот НОШПА стоит. Так что, знаете, в Сербии можно купить НОШПУ. Только она называется НОСПА. Так что поймете, разберетесь. Вот такой вот у нас был поход в магазин. Вот эти салфеточки в действии. Проверяю, видите, это у меня грязное. Это я протерла уже салфеточку, то, что я купила. Их здесь несколько в упаковочке. Так, подождите, я открыла. Где они? Так. Вот они, салфеточки. Вот их сколько. Видите? Протирать обувь. Девочки, мальчики, кто не знает, обувь, если честно, под водой нельзя мыть. Вот мы приходим сразу под воду. Я человек, который работал с обувью, я вам говорю, чтобы она дольше прослужила, все-таки вот, не поленитесь, покупайте специальные средства. Вот в упаковке, я не знаю, там штук 10-20, не могу на упаковке найти количество. 15 нашла. Смотрите, 15 штучек. Но они стоят 99 всего лишь. Все, смотрите, прекрасно. Одна салфеточка оттирает обувь. Вот смотрите, какая грязная эта. И какая чистенькая уже эта. И не надо водой ни в коем случае. Берем салфеточки, берем всякие специальные спреи. Так как у меня белая обувь, мне надо бесцветный или белый крем, или бесцветный спрей сверху. И все, и обувь прослужит очень долго. Пожалуйста, сами себе не портите обувь и потом не ходите в магазины и не говорите, что вот какие плохие вы нам такую обувь, потому что вы сами гадите. Вот, пожалуйста, салфеточка все оттирает. Ну, я уже оттерла, сейчас буду вторую оттирать. Так что шикарные салфеточки стоят дешево, я думаю, в любом... Как бы в городе, в любой стране такие салфетки продаются для обуви. Возьмите, не поленитесь и протирайте свою обувь специальными салфетками, а не как многие делают под водой. И тряпочками это я не советую. Так, вы видели, мы заходили в Пекару. Вот наша любимая скрос вот это добра Пекара. И в этой Пекаре есть еще готовые вот такие вот блюда. Это подальше Пекара, вот в нашей рядом с домом нет, а здесь есть. Смотрите, я попросила мужа купить вот такую штуку. Это джувич называется. Очень похож на наш плов, но это джувич. Тут рис, морковь, здесь мясо и здесь еще перец. Прям пахнет вот этим болгарским перцем. Я не знаю, это остро, не остро. Я еще не пробовала, себе на завтра взяла. Вот такое блюдо джувич. Смотрите, там еще вот такой вот салатик взяла. Честно, я даже не знаю, что в нем. Там просто сверху были грибы. И поэтому, я смотрю, здесь и петрушка, салат есть. Есть, я не знаю, какой-то хлеб, майонез. Здесь лук есть. Я не знаю, завтра это все буду пробовать. Надеюсь, это все вкусно. И вот такой вот, я даже не знаю, как чизкейк или что, просто вот, о, что-то такое вот, очень вкусное. Сейчас попробовала, не знаю, хлеба как бы вообще здесь нет, это что-то такое дребезжащее, вкусное.
Ну, короче, вот такой вот у меня завтра будет завтрак. Посмотрим, что это за джувач такой, что за салат. И вот эта вкусняшечка. Ну, то есть вы можете в пекарах таких купить уже и готовые блюда на вес, пожалуйста, сколько хотите. Вот такой вот у нас сегодня день был. Если вам нравятся такие дни, что я снимаю, где мы бываем, говорите мне. Я буду побольше делать таких видео. Спасибо вам за просмотры мои. Спасибо, что подписаны на мой канал. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я с вами со всеми прощаюсь. Пока-пока!